Концепция модернизации пенсионной системы будет готова к 1 июля. Об этом журналистам сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. Сейчас на втором этапе мы рассматриваем как раз вопросы повышения минимальных пенсий, чтобы вы были в курсе. И также поручению главы государства 1 июля текущего года с данной концепцией мы уже должны будем выйти в правительство на комиссию, которая была создана распоряжением главы правительства. Вице-министр отметила, что модернизация первого этапа накопительной пенсионной системы завершена успешно. Сейчас в Министерстве труда и соцзащиты населения ломают головы над разработкой новой методологии подсчета прожиточного минимума. Но говорить о повышении еще рано. Чиновники не исключают, что показатель может не только остаться прежним, но и сократиться. Главное – выбрать более совершенный способ его определения.